В Екатеринбурге полицейские штурмом взяли коттедж сутенеров. Задержаны трое подозреваемых в организации преступного сообщества и принуждению девушек к занятию проституцией. В ходе проведения осмотра вышеуказанного адреса в компьютере была обнаружена целая база фотографий вместе с паспортами тех девушек, которые, скорее всего, работали на территории города Екатеринбурга. Спецоперация была проведена еще 24 декабря, но до сих пор прессе о ней не сообщали. В коттедже были обнаружены несколько девушек, которых, по версии следствия, насильно заставляли заниматься проституцией. Две из них, уроженки Самары и Екатеринбурга, считались без вести пропавшими. Еще одна находилась в розыске по подозрению в угоне машины. Также в доме нашли большое количество предположительно краденной компьютерной и бытовой техники. Сейчас задержанные проверяются на причастность к совершению других преступлений.